Шоубокс представляет. Департамент стран Ближнего Востока. Ли Минджун. Кто поедет с выкупом? Я поеду, господин. Охренеть, как круто. Выходите! Выходите! Если все получится, назначите меня в Лос-Анджелес или Нью-Йорк. А ты все думаешь о карьере. Поехали! Ты кореец? Кореец! Слушай сюда, друг, меня чуть не пристрелили из-за тебя! Вылезай! Фильм на основе реальных событий. Что это было? Это кто? Это мой таксист. Он помогает мне. Брат, пожалуйста, помоги. Я. Два человека. Деньги при вас. Ищите их! На задании. Руки вверх! Да как ты можешь в этом сомневаться? Вообще никому нельзя верить. Отступать некуда. У тебя пистолет! Отстреливайся! Выкуп. Вот, бери, $100. Ну ты козел! И зачем мне это нужно? Я достану визу. Пойдем. Не надо было ехать.